Добрый день, дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на канале Марина Бьюти. Меня зовут Марина. И сегодня мой обзор посвящен восстанавливающему дневному крему для лица Эксперальта Биомель компании Siberian Wellness. И сразу скажу, что серия Эксперальта Биомель – это серия для чувствительной кожи лица. С каждым годом во всем мире увеличивается количество людей с гиперчувствительностью. Это связано со многими факторами, и со стрессом, и с экологичной ситуацией, да, экологией вокруг нас, и с уходом за кожей. Абсолютно могут быть разные причины, но факты говорят сами за себя. Количество людей с чувствительной кожей лица растет. Чувствительная кожа – это кожа, которая реагирует на любое прикосновение, на какой-то компонент, на наше внутреннее состояние. Это раздражение, покраснение, стянутость, сухость, пощипывание, покалывание, жжение, может быть, умылись и кожа щипит, жжет, шелушится, стягивает, все что угодно, разные признаки, у всех по-разному, бывает сильное проявление, поменьше и так далее. И как раз-таки серия Эксперальта Биомель создана для того, чтобы уменьшить, снять вот этот дискомфорт кожи, проявление, восстановить кожу, укрепить, защитить, повысить собственные барьерные, защитные барьерные функции кожи, микробиом кожи, способствовать, чтобы кожа сама восстанавливалась, регенерировалась, повышает уровень увлажненности. Собственно говоря, вот на это нацелена данная серия. Сейчас мы поговорим, за счет чего эта серия работает, а пока про сам крем расскажу. Вот такой коробочки. Сразу отмечу, что здесь вообще все средства в любой коробочке, которые приходят, они сначала заклеены вот таким скотчем. Да, вот я его уже сорвала. Соответственно, когда ты открываешь, ты его скрываешь. Знаете, для баночки вот такой вот, ну, дырочка, да, устанавливаю, вставляется. У меня небольшая версия. Здесь объем. Объем. Не найду объем. Объем маленький здесь у меня, я купила, потому что 30 миллилитров, 30 есть 50 миллилитров. У меня 30 миллилитров, я взяла попробовать. И как открывается, смотрите. Вот такой здесь носик. Так вот, и закрывается, открывается и закрывается. И сейчас нанесу, сразу вам покажу, как выглядит этот крем. Очень легкий, очень комфортный. Не жирнит, не блестит. Достаточно приятная консистенция. Ощущение на лице тоже приятное. Запах. Вы знаете, в отличие от Эксперальта Аурум, да, у этой серии достаточно такой яркий аромат. Да, такая аромаколлекция там целая. Здесь запах травяной какой-то, растительный. То есть здесь нет какого-то резкого запаха, он очень комфортный, не бьет в нос, не раздражает. И, вот именно растительный какой-то. Какие-то, видимо, травы, растения дают этот аромат. То есть ничего такого химического, синтетического не добавлено в запах, дополнительные какие-то аромакомпозиции, а именно то, что есть. Итак, давайте с вами теперь разбираться, что же дает этот крем для нашей кожи лица. Он поддерживает естественный баланс микробиома кожи, восстанавливает оптимальный уровень увлажненности кожи, усиливает собственный иммунитет, современную защиту от ультрафиолета, потому что, смотрите, защищает и от лучей типа А, и от лучей типа Б. Здесь небольшой фактор защиты SPF 15, но защищает от лучей типа А в том числе. Предупреждает преждевременное старение и препятствует окислительному стрессу в клетках кожи. Здесь есть один уникальнейший компонент, я про него не знала, но когда прочла на сайте, потом я уже пошла читать, изучать этот компонент дальше. И была, честно говоря, в таком шоке, что он здесь содержится. Я такого никогда не слышала, но это правда круто. Расскажу о нем в конце. Итак, здесь содержится при и пробиотики, укрепляет защитные иммунные свойства кожи, то повышается иммунитет кожи, повышается способность кожи к восстановлению, к регенерации, повышается уровень увлажненности, восстанавливает баланс микробиома кожи, да, при и пробиотики, мы знаем, что это пребиотики, это корм для полезных бактерий, усиливается, соответственно, собственная защита кожи, повышается количество бактерий кожи, кожа оздоравливается, кожа восстанавливается, ну, да, это, соответственно, наш микробиом, который, потому что чувствительная кожа – это кожа, которая разрушена, у которой с
разрушен защитный барьер кожи. Она реагирует на все, и задача уходовых средств восстановить этот защитный барьер кожи. Как раз таки это делают при пробиотике. Экстракт маточного молочка ускоряет регенерацию клеток кожи, повышает тургор кожи, успокаивает, заживляет, оказывает антиоксидантную защиту и продлевает молодость кожи. А витамин Е защищает кожу от оксидативного стресса. Мы знаем, что витамин С – это хороший антиоксидант. И вот он, секретный ингредиент. Да, никакого секрета нет. Здесь содержится алтайский гриб трутовик лакированный. Его еще называют священный гриб, гриб долголетия, гриб рейши. Шикарный компонент. Впервые его стали использовать японцы в своей косметике, косметическая компания в 80-х годах прошлого века. Затем уже в 2000-х этот опыт переняли и стал появляться в западной косметике. Гриб реши – это настоящий антиоксидантный, ну не бомба, но на самом деле мощный антиоксидантный компонент, который защищает клетки от повреждений свободными радикалами, усиливает собственную защиту от ультрафиолета, обладает антимикробным действием, способствует синтезу церамидов кожи, увлажняет кожу. Что он содержит? Он содержит витамины, микроэлементы, полисахариды, бета-глюконат, флавоноиды, а также редкий и очень ценный элемент германий. Германия содержит этот гриб, который улучшает насыщение клеток кислородом. Липиды и пептиды гриба аналогичны компонентам клеточных мембран кожи. Повышается иммунитет кожи, снижается чувствительность, выводит токсины, оказывает омолаживающие и тонизирующие действия. Потрясающие на самом деле. Я когда прочитала, думаю, точно мне нужен. Как раз у меня закончился дневной крем. Я поняла, что я хочу этот крем у себя. Но решила все-таки попробовать с небольшой версией, посмотреть, как это вообще реагирует, какой запах, знаете, какой аромат данного крема, как моя кожа взаимодействует. Я понимаю, что для чувствительной кожи, в принципе, мне тоже должен подойти. Но все-таки пошла через такое 30 мл, и теперь хочу уже и другую версию, побольше, и, может быть, даже ночной крем в этой серии буду использовать. Потому что, посмотрите, сколько проблем решает с кожей. Кожа становится просто более здоровая. Более здоровая. Здоровая кожа – это красивая кожа. Что нам еще нужно? Это, конечно же, здоровье. Под видео оставлю ссылочку с полным описанием этого крема. Прям переходите по ссылке, вы попадаете на сайт и читаете про данный крем. Там есть и страничка с отзывами, и состав, и более подробно вы можете все это прочесть. А я благодарю вас за внимание. Как всегда, рада вашим вопросам, вашим комментариям. Пишите, присоединяйтесь на канал в Telegram, там мы тоже общаемся на разные темы, можно и там мне писать. И до скорых встреч!